эксперт проекта «Семейный фитнес-центр Skyhall». Мы приветствуем вас в новом сезоне нашего спортивного проекта «Преображение. Фитнес-журнал». Участники первого сезона после участия в проекте вернулись к своей прежней жизни, которая уже прочно связана со спортом и клубом «Skyhall». А мы, как и обещали, двигаемся дальше. А вместе с нами на путь к достижению фигуры своей мечты вступают уже шестеро запорожцев. Теперь еще более серьезная конкуренция в борьбе за главный приз проекта, а также обновленный тренерский состав, в котором наставники покажут, на что способны. Но об этом позже. А пока что предлагаем вам узнать, как проходил кастинг по отбору участников проекта. Кастинг на участие в проекте проходил в два этапа. Еще до того, как мы объявили о начале кастинга, к нам уже стали поступать заявки. Некоторые присылали свои анкеты дважды, чтобы быть уверенными, что они дошли по назначению. По Алексу случайно клацала и смотрю, идет набор. Потом вышла на сайт сразу Skyhall. Увидел ссылочку на телепроект. Думаю, почему бы нет. Из десятков анкет от наших телезрителей на личное собеседование мы пригласили 10 потенциальных участников, чтобы отобрать из них шестерых счастливчиков. Все они разные, но объединяет их одно – желание сбросить лишние килограммы и сделать это под чутким руководством персонального тренера. Знаете, как бывает, не ешь, потом раз как поешь – это плохо. Это плохо, да. Поэтому очень хочется жесткого контроля со стороны тренера и вообще, чтобы как-то настроиться на это морально. Я готов к этому, я пришел к этому решению, написал заявку, осознавал прекрасно, что это будет ответственность перед вами, ну как бы перед собой. Цели и желания у тех, кто отправил свою анкету на проект, оказались самыми разнообразными. Ну, скинуть побольше бы и рельеф. Вообще-то, конечно, спорт – это просто хорошо себя чувствовать. Мечта с детства. Я танцую в шоу-балете, ну как сейчас просто занимаюсь. И ну, мы готовим программу, чтобы поехать за границу, зарабатывать деньги. А как бы с моими параметрами меня по-любому не утвердят, но как бы у них есть определенные стандарты. Те, кто пришел на кастинг, уверяли нас, что ими движет серьезная мотивация. Все кандидаты рассказывали, что имели опыт в борьбе с лишними килограммами. Однако, чем больше мы общались с каждым из претендентов, тем лучше понимали. Многие не знают, как правильно худеть, а большинство и не желают прилагать для этого особых усилий. На наш проект пришли для того, чтобы дисциплинироваться и не просто получить помощь, а заручиться серьезной поддержкой профессионалов. Этого в борьбе с весом очень не хватает, признаются претенденты. Ну реально, вот уже 8 лет тут у меня вес стоит, чтоб я не делала. Диета чуть-чуть поможет, только спрыгиваешь с диеты, все. За секунду эти там 2-3-5 килограмм возвращаются. Кожа слегка такая обвислая, как вы понимаете, да? Вот. И нету как бы вот мышечного такого тонуса. Хочется это все укрепить. Ну и вообще, как бы, я немного там хотела, 10 килограммов. Многие претенденты пришли на наш проект уже с большой надеждой на то, что благодаря фитнес-журналу их жизнь станет еще ярче и красочнее. Я думаю, что если я все-таки попаду, во-первых, это огромный шанс, который дается не каждому. А во-вторых, мне кажется, здесь самое главное для каждого то, что в тебя поверили. Я вообще как прочитала за этот проект, я уже все, поверила в себя, я уже живу этим проектом. Кто из претендентов получит шанс с головой окунуться в омут спорта, тренировок и здоровой жизни? Кто достоин сражаться за главный приз проекта – годовой абонемент в клуб Skyhall? И кто следующие 4 месяца поразит нас своими невероятными преображениями? Вы узнаете уже в следующем выпуске нашего уникального спортивного реалити «Фитнес-журнал». Спортивний клуб Skyhall – це два сучасних тренажерних зали, стандарти бізнес-класу, обладнані силовими і кардіотренажерами, боксерська і гімнастична зони, групові програми, аеробіка, танці, бодіфлекс, джампінг, пілатес, йога, а також оздоровчі процедури, соляна кімната, сауна, солярій, фітнес-бар. Skyhall – твоя дорога до спорту. Експерт проекту – сімейний фітнес-центр Skyhall.